Рикардо! Рипли, из-за взрыва у нас полетели орбитальные стабилизаторы! Мы скоро рухнем! Я пытаюсь вызвать Торренс, но связи по-прежнему нет. Шлюз госпиталя выведен из строя. Вся надежда только на Торренс. Верлен отправила новое сообщение. Севастополь, вы слышите? У вас с правого борта взорвался корабль. Орбитальные стабилизаторы с этой стороны просто снесло. Нам некуда причалить. Что у вас происходит? Мы можем забрать выживших? Я держу канал открытым, отбой. Добро пожаловать в Sixsun Telecom. Пожалуйста, зарегистрируйтесь. У нас проблемы. Пришли парни из Sixsun-овской службы безопасности с пушками. Я спрятался под стол. Что им нужно? Торренс! Они слышали сообщение. Хотят связаться с капитаном, а потом наверняка угнать корабль. А смогут? Ну, внешней связи-то нет. Просто держись от них подальше. Это люди опасные, отчаянные. Орбитальные стабилизаторы функционируют на 80%. Пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. Орбитальные стабилизаторы функционируют на 40%. Не могу обойти блокировку. Работай. Корабль сам в руки пришел. Thank you.
я их нашла. Теперь надо вручную направить тарелки на Торренс. Ясно. Иду наружу. Thank you.
Рипли, я на станции. Вы слышите меня, Верлен? Рипли, что там у вас происходит? Все очень плохо. Тут инопланетный организм, он смертельно опасен. Нужна срочная эвакуация. Что-что? Нет времени объяснять. Я прошу вас. Нам некуда причалить, Рипли. Станция уходит с гравитационного якоря. Я видел буксирную платформу под космопортом. Но трос на Торренсе на такое не рассчитан. Поверните зажимы буксирной платформы в сторону станции. Сейчас. Подходите. Господи, Рикардо. О, нет.